Два дорожно-транспортных происшествия со смертельным исходом произошли на дорогах области за минувшие сутки. В результате аварии погибли 46-летняя женщина и 51-летний мужчина. Моя коллега подробнее. 10 мая около 7 часов утра на 387-м километре автодороги Петропавловск-Нур-Султан 46-летняя женщина, жительница Акмолинской области, находясь за рулем автомашины «Деворавон», выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с прицепом, ехавшей навстречу автомашины «МАЗ». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины ДВО от полученных травм скончался на месте происшествия. Данный факт внесен в единый реестр досудебного расследования по части 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Назначены необходимые экспертизы, проводится досудебное расследование. В этот же день, 18:45, в селе Смирново Акаинского района в результате еще одного ДТП погиб 51-летний мужчина. Житель райцентра 82 года рождения, управляемый мотоблоком, совершил столкновение с автомашиной КАМАЗ под управлением жителя Хазарского района 80-го года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водители и пассажиры мотоблока 70-го года рождения получили телесные повреждения после доставления в Акаинскую районную больницу. Пассажир мотоблока скончался от полученных травм. Медицинское свидетельствование показало, что водитель мотоблока находился в состоянии алкогольного опьянения, в то время как водитель КАМАЗа был трезв. Анастасия Дроняк, Рустам Тлеужанов, служба новостей.